Есть тревога, есть города, которые бомбят, да, и при этом, чтобы вы понимали, это наша Украина. В любом месте, где бы нам не бомбили, сердце разрывается у всех. Неважно, где бы упала эта дурацкая ракета или еще что-то. Я могу так сказать. Я извиняюсь, да поможет вам Всевышний, на самом деле. Я скажу так, я за себя скажу, я всем сердцем за вас. Я просто, да, я сам не скажу, где, я сам военный, просто коротко скажу. Но я, вы знаете, в сердце я просто думаю, то, что там творится с мирными людьми, просто там очень, мне очень жаль то, что там погибают дети, женщины, старики. Я понимаю, одно дело, когда военные воюют лицом к лицу друг с А другом, а военный ты с другое дело, какой когда стороны? нападают. Я в Он Азербайджане живу. военный Азербайджана, он, ребят, не России, Да, а да, да. Азербайджана. Да, Понятно, да. понятно. Да, я понимаю то, что там творится. На вас напали, вас оккупировали. Я это прекрасно понимаю. Когда 28 лет тому назад на нас также напали, на наших мирных людей, когда творилось в Хожале, когда было 20 января в 90-м году, в 92-м году. То есть то, что у вас сейчас творится на данный момент, ребят, у нас это уже 28 лет тому назад было. Я прекрасно это понимаю. И мы, слава Аллаху, за все, ну, просто мы решили этот вопрос благодаря нашему главнокомандующему, вот, знаете, не мирным путем, а просто, вот, знаете, за справедливость, скажем так. И вам же так желаем, чтобы победа Ребят, была за скажите вами. мне, пожалуйста, вы Берегите ж не себя. сдавались, вы ж не сдались, правильно ведь? Мы сдаваться Моя никто не будет. хорошая, смотрите, послушайте меня. Мы все эти 28 лет готовились к тому дню, что произошел, когда была очистка с наших территорий 44 дня от оккупации. Так как наше положение было чем хуже, чем ваше, сейчас объясню. Мы тогда только отделились от Советского Союза, и у нас не было Да. своей военной службы, у нас не было своих военных, у нас не было, то есть, оружия, чем сражаться, Айла, понимаете, извиняюсь, с ними. Айла, извиняюсь, всего-навсего в министерстве в 92-м, когда нас было 113 человек. Представляете, 113 военных, всего-навсего. Вот и все, Да, продолжайте, пожалуйста. и да, вы знаете, у нас такая обстановка была, что уже была то ли резня, стрельба, то есть людей уже вот так вот просто, у нас было миллион беженцев, да, несмотря на то, что у Да. вас территориальность и население очень большие, да, Больше, да. но несмотря на наше даже количество в то время жителей, если сегодня только 11 миллионов, тогда было значительно меньше, и даже среди этого было миллион беженцев. И у нас это было неоднократное нападение на Азербайджан. Парень перечислил, у нас был еще Кафан, у нас был Сумгаит, у нас было 20 Да. января, у нас была Ходжалы, вот, и плюс к этому. И вы знаете, все это мы не забыли. Мы все эти 28, почему мы не дотянули до 30 лет? Мы 28 лет пытались, чтобы мирно Да. все урегулировать, но Да, если было терпели бы просто. 30... Да, если было бы 30 лет по международному праву, если бы мы не предпринимали никаких действий, территория автоматически перешла бы, то есть уже на другой уровень обсуждения. Поэтому мы вынуждены были уже пойти именно и очистить свои территории от оккупации. То есть вы Поэтому, правильно, смотрите, я да, извиняюсь, вы правильно мой вопрос, поняли? Вы ж не мы не сдались, сдались. Нет, и конечно, я мы же вам это и сдаваться не рассказываю. собираемся. Мы ни в коем 28 случае. лет мы готовились, чтобы вы понимали, я вам поэтому говорю. На сегодня есть уже новейшая военная техника, всякая, не знаю, там технология, все это присутствует. Но даже мы тогда ничего не имея, мы 28 лет наживали, понимаете, военную технику, обучали своих солдат. Мы помнили и об этом не Девушка, добавьте вот забыли. этого, который там слава России. Пускай придет сюда. Пусть расскажет, что там, какая у них слава. Ах, он, Они... Не если обращайте да, внимания. Я просто они не сейчас понимают кое... всю Я... серьезность ситуации. Я вам скажу Ребят, я по-другому. извиняюсь. Я сейчас Да-да. тут кое-что прочел. С грузинским флагом пишут «Слава России». Я просто удивляюсь, как с грузинским Да-да. флагом Ну, сейчас я на данный момент сейчас... тоже Почему пишут. вы почему так мыслите так поверхностно? Вы понимаете, что очень в интернете много ботов. Вы понимаете, что в интернете очень много Да. подставных Спасибо. лиц. Пускай себе на лбу Как... набьет грузинский флаг и пишет «Слава России». Не-не-не-не-не.
они не слышат. Спасибо вам, хозяйка нашего чата. Они, наверное, единственные. Ребят, не все слушать надо. Надо слышать людей. Они сейчас а нас здесь очень извиняюсь. Мало. Ребят, я извиняюсь. Айлханом, спасибо большое за то, что вы меня приняли. Спасибо всем, кто меня выслушал. Я вам всем благодарен. Спасибо большое. Спасибо. Слава Украине. Карабах, Азербайджан. Саула. Спасибо большое. Спасибо. Карабах, Азербайджан. Спасибо большое. Саула. Вот он с, сейчас посмотрим, с грузинским флагом. Вот, не знаю, про него говорили. Если вам интересно, хотите, я сегодня сделала небольшую поездку по нашему краю. Я не буду рассказывать, где и как. Но это не было обидно. Что говорит? Ребят, это на это так страшно смотреть. Я приехала, я говорю, я в шоке. Убивать надо, укропом. Слава укропа. России! Карабах – это Армения! Ждите, гости! Это армянин? Вот, все, тихо, тихо. Ребят, смотрите. Смотрите, как поступает армянин. Вот видите, он заходит с флагом Грузии, говорит, что Карабах – это туда-сюда. В общем, оккупант. За жалко, дайте мне Боже было вообще. Он убежал. Армянин, мама кунем и кунем ворот. Дружище из Армении. Не понимаю, если честно, что сказать. Ты должен понять это, да. Ребят, вы вот сами должны видеть, вот, то есть оккупант за оккупацию, чтобы вы понимали, да? Ну, для чего он говорит укропы туда-сюда? Он поставил себя в стране. А кто такие укропы? Подождите. Ну, укропы это украинцы, это мы, типа, да. Укропы. Я не поняла. Укроп, а ну расскажи про нас, а то что, чего-то я не знаю. Типа, укроп это украинец. Не укропы. Укол это украинец, да. Ну, это типа... Это так, как нас обзывают, ну да, да прости. Это нас обзывают так, да. Это нас так унижают. Мой дед говорил, нацисты. Кстати, банды, можно я вам хочу рассказать недавнюю историю мою? Я общалась, ну, приблизительно в таком же чате, да, и он говорит, ты, ну, маты я не буду рассказывать, но, говорит, мы найдем вашего Бандера, и вы ляжете вместе с ним. Я говорю, ну, ищите. Так, давайте секундочку, к нам девушка подключилась. Да, да. Здравствуйте, девушка. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Да-да. К нам. Слава Украине, из Украины. Героям слава. Я прошу прощения, у меня не очень хороший русский. Возможно, будут ошибки, если буду говорить. Да, вчера так же сыро. Да. 11 часов вечера, понял? Да. Ну, я скину. Мы вас слушаем. Хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, поддержку Украины. Нам сейчас это очень важно. Мы понимаем вашу боль, понимаем, что вы пережили в свое время. И вот сейчас мы переживаем такие страшные времена. Гибнут люди, гибнут дети, разрушены города. И очень больно, что мы думали, что вот у нас через границу тоже люди. А они оказались вовсе даже и не люди. Потому что так издеваться, даже ну, как-то не переносить эту боль человеческую, не понимать. Вот, я соглашаюсь с вами. Как это может быть? Да, я с вами согласна вполне. Даже просто вот человеческие, как бы, да, вот качество человека именно. Да, просто по-человечески, но. Вот я не понимаю сейчас, когда я смотрю, вот иногда дуэты там делают, не знаю, чат-рулетка или как там называется, меня там нет. Агрессия, я просто не понимаю некоторых людей, почему из России агрессия такая на украинцев. Ведь украинцы вам ничего не сделали, украинцы не вторглись в вашу территорию, украинцы у вас ничего не отобрали. Наоборот, сейчас идет истребление украинского народа. Почему такой негатив от них, я не могу понять. Вместо того, чтобы попросить извинения. И вы знаете, конечно, в основном это, как видно, вот так вот, как человек начинает просто говорить, как говорится, рот открывает, сразу видно, что это люди
необразованные люди какие-то. Вообще необразованные. Да, необразованные, которые не знают, даже я смотрю, там девочка триколор, что значит, не может ответить. Твердят, кричат о патриотизме, но не знают даже свой гимн, не знают, что значит их флаг российский. Такого очень много, я смотрю, а вы в эфире. Спросите, кто такой Бандера, они за ним до сих пор гоняются. Ребят, ну это ну то же самое, что сказать, что сегодня давайте вот нападать на Россию, потому что там есть ленинцы, понимаете, да? Да, это поэтому какой-то бред, какое-то непонятное сравнение. Я просто поражаюсь тому, что как с легкостью можно одурачить людей, так безумно, как бы не уважая как бы людей, населения России, да, вот так вот по-детски зомбировать. Да-да. Скажите, чему бы потом их учили просто, ну вот, наши герои в нашей стране, это наше дело. Меня не интересует, какие герои в России. Хотят они поклоняться Сталину, например, который убивал их миллионы, миллионы русских, наверное, больше, чем Гитлер в свое время истребил. Их истребил их Сталин. Хотят они ему поклоняться, пусть они ему поклоняются. Но наши герои, это наше дело. Знаете, они переплюнули не то, что Гитлера. Я про Сталина вообще молчу. Он вообще там отдыхает в гробу и переворачивается. Юлечка, я просто хочу сказать, добавить тому парню, который армянин, зашел с грузинским флагом, прокричал, что типа слава России, типа он грузин, да? Запомните, грузины, которые пережили трагедию, это мог, кстати, быть только армянин. Хотите, почему? Я вам потому скажу, что сегодняшний день... Секунду, я Юлечка, вам... Юлечка, я вас да, очень прошу, не да. перебивайте, дайте я сформулирую свой этот. Я почему хочу сказать, потому что армяне сами участвовали в том, что насолили как бы грузинам, да, участвовали против грузин, как бы сражались с ними, и поэтому это может быть только быть армянин, который поддерживал, как раз не поддерживал Грузию в свое время, предал Грузию своего соседа. Я хочу сказать, это тот самый армянин, который оккупант, который кричит о Карабахе. Запомни, Карабах – это азербайджанское слово, тюркское слово, которое переводится, имеет смысловое значение, как Карабах, черный сад, большой сад. В то время как с армянского, сколько бы вы в последнее время не придумывали бы название этому слову, какой-то выдуманный смысловой перевод вы хотите там придумать, но это тюркское слово, а тюркский мир, на секунду, это 360 миллионов людей. И вы со своими 8-9 миллионами по миру, армяне, не претендуете на тюркское, потому что вас просто не будет. И сегодня смотрите, сидите тихо в своем искусственно созданном государстве Армения, которое тоже создано на исторических исконно территориях Азербайджана насильным образом с подачи России. В свое время и царская Россия вам помогала всегда забрести на наши земли. Поэтому я вам скажу, что не лезьте, пожалуйста, и заходить, не произносите даже слово «Карабах», потому что он всегда был, будет Азербайджана. И вы смотрите, Ереван – это тоже то, что вы сегодня Ереваном называете, это тоже Ереван, азербайджанское Ереванское ханство было в свое время, поэтому вы искусственно создались на наших территориях, благодарите Азербайджан, вы в свое время Османскую империю предали, были в составе Османской империи, и у вас не было своей государственности, не было своей территориальности, вы жили всегда под покровительством кого-то и где-то в составе. Поэтому не надо здесь заходить и кричать о Карабахе. Карабах это, соответственно, является территорией Азербайджана. Как и Луганск, Донецк, Донбасс, Крым, это Украина. Можно я кое-что скажу? Да, скажите. Можно я кое-что скажу? Я вами горжусь. Я вами умиляюсь. Вы очень прекрасный человек, который хоть что-то доносит до кого-то и как-то. Грамотно. Вы очень грамотный человек. Вы очень прекрасный человек. И единственное, что я хотела бы сказать, это так, моя концовка, вы можете там немножко мне вычеркнуть, потому что я говорю, я приехала с одного места, у меня просто истерика. Вы прекраснейший человек. Вам огромное спасибо. Огромное спасибо. Это просто человеческое уже, наверное, спасибо.
материнская. Потому что, говорю, там, откуда я приехала сегодня, это тяжело передать. Мне действительно тяжело, ребят. Это Украина. Ее побили. Но вы прекраснейший человек. Делаете свою работу. Нет, вы делаете свою работу. Я вот вас слушаю, я вами просто... Спасибо. Вот так вот могу сказать. Просто спасибо человеческое. Вам огромное спасибо. Юлечка, спасибо большое. Держите, все будет хорошо. Каждые народы в свое время переживают какие-то вот такие потрясения, такие вот испытания. Вы не поняли, я забирала родителей сегодня. Вы не поймете. Не, вы поймете. Мне просто сказали, где бомбануло. И где можно забрать? Я приехала, там забрать нечего. Ребят, там забрать нечего. Но я улыбаясь, говорю, жить-то дальше надо. У меня ребенок есть. Я живу. И жить дальше надо. Чтобы меня не терзало, как бы мне плохо не было. Но я только могу сказать, мам, пап, я не знаю, откопают, не откопают. Я только спасибо могу сказать, жизнь-то нам дали, правильно ведь? Мы же должны жить дальше. Я живу, у меня есть сын. А ему жить надо? Я просто такая, знаете, что могу сказать? То, что я сегодня увидела, это очень тяжело. Это очень тяжело. Это словами вам не объяснить. Но у меня и сын. Прекрасный сын. И когда-то он не буду ничего говорить. Но даже он опустил руки. Даже он опустил руки, что вот мы потеряли то-то-то, но жизнь продолжается. Я не могу объяснить ему. Если у вас есть какие-то возможности, вы попытаетесь объяснить. Я не могу. Это не объясняется. У меня все силы закончились, ребята. Это не объясняется. Дело в том, что это все нужно прожить, понимаете, прожить. Эти эмоции, они очень ценные, очень важны. Их кому обратиться, чтобы прожить эти эмоции? Юлечка, обращайтесь к Богу. Запомните, если вам даны Богом испытания, это поверьте мне, если вам даны Богом испытания, вы знаете, что мы все равно этот мир покинем, мы здесь временно, у каждого есть свой срок с в этом времени, но вы понимаете, что вы покинете этот мир когда-то и встанете перед судом Божьим с чистой совестью, понимаете, с тем, что вы не убили никого-то, а вы всего лишь защищались, вы пострадали. Вы знаете, я этого меньше всего боюсь, что я умру и все остальное. И знаете, что мне больше всего бесит? И знаете, что во мне больше всего злости? Это когда насилуют наших маленьких детей, ну, детей, да? А я за это отомстить не могу. Это меня бесит. Я хочу отомстить за это. Я не то, что хочу отомстить за это, я просто... Вы даже не представляете мою злость. Это нормально. Дело в том, что Рустам, он подозрительный человек, который был у меня уже один раз в эфире. Рустам, мы вас уже раскусили еще в тот день. Если вы говорите на азербайджанском языке, это еще не значит, что вы азербайджанец. У нас 70% армян. Вы не показывайте свою слабость, держитесь. Держитесь, потому что Украина... Вы просто не знаете, где я сегодня ездила. Я же волонтер. Я волонтер. Я сегодня выехала в одно место.
Я вам рассказываю. Ну, туда держалась, и я не плакала. Я вам честно говорю, все, что я видела по дорогам, я не плакала. Я возвращалась по дороге домой, я не могла сдержать слезы. За что? Вот вы мне объясните, за что? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я вас очень прошу, секунду, у нас до вас уже первиз два раза подключался, его выкидывают почему-то с эфира. Выслушаем, а потом, если можно, будет к вам перейдем. Посмотрим, он сможет подключиться. Что-то, я не знаю. Ребят, стучите по экрану. Здравствуйте, первиз. Добрый вечер. Салам алейкум, Рахман. Алейкум. Я хочу здесь на сразу всем увижу, вот реально... Первый раз 5 минут, второй раз 5 минут, дальше идете, тихаря сидите там, знаете, разницы нету кто. Значит, Юля, которая до этого женщина была, конечно, больно, валла больно. И Рустам тоже, да, посмотри, да, Рустам, кого ты поддерживаешь, посмотри, что они делают. Может, тогда у тебя чуть-чуть совесть сыграет, какой-нибудь маленький совесть, да? Сегодня не, он типа не армия. Поддерживал в тот день. Он вроде в тот день и Россию не поддерживал. Но он тут распинался, что с какой стати мы так Украину поддерживаем. Но мы так Украину поддерживаем, потому что Украина в свое время поддерживала нас. Кстати, и военной техникой в 90-е, если вы не знали. Надо бы знать. Я не должен поддерживать этих людей. Вот, например, Юля, да, поднялась. Я знаю, там у меня знакомые есть, которые воюют тоже против оккупантов. Почему я не должен поддерживать? Вот как тебе сказать? Их ущемляют, я должен. Да это меня так учили. Ты сам лезгин, я не знаю, из губы, из боку, я не знаю. Да, он вот сказал. Я лезгин. Знаю таких лезгинов, которые... Я таких лезгинов. Вот за эти, которые слова, что чьи-то права ущемляются, клянусь Аллахом, я за тех лезгин, которые порвут так, чьи-то права, если ущемляются. Я этих видел, и этих гидляри Карабахи мы увидели. Мы да, это конечно, увидели. Надо быть за справедливость в любом случае. Плюс еще раз, я ему в тот день объяснила, Украина как бы всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана на государственном уровне. Украина в 90-е способствовала и тоже, чем могла, помогала, даже техникой, хоть чем могла военной. Украина развешивала плакаты... По всем городам плакаты там развешивает в память о Ходжалы, в поддержке Азербайджану, и плакаты с тем, что Карабах это Азербайджан. А почему вообще, даже если бы этого она не делала, и справедливость сегодня на стороне Украины, где ущемляют права, нарушая международное право и вообще людей, где да. умирают невинные люди, вообще почему я не должна поддерживать, мне очень интересно. Даже если бы они нам не помогали в свое время. Рустам, а почему ты я не поддерживаю, Ливию, Рустам? Я Ливию, я всех мусульманские страны, которые правы, которых тоже оккупировали, которые не сами атаковали, если вдруг кого-то, а на которых напали, я всех их поддерживаю. Кто вам сказал, что я не поддерживаю? Я не понимаю. Просто сейчас на весь мир крупномасштабная война идет именно в Украине. Всему свое время. Кто вам сказал, что я не поддерживаю? Я не понимаю, с чего вы это взяли? Айла, можно я скажу? Тут вот Рустам пишет про Ливию, Ирак, Сирию, Югославию, да? Он имеет в виду, что вот натовские страны и США якобы их бомбили, да? Я хочу объяснить один момент. Это общее знание, чтобы люди не думали, что я за Америку или за Россию или за кого-то еще. Во всей истории, если вы будете смотреть, когда во власть приходит тиран, диктатор, тиран, он устанавливает тотальную автократию или тоталитаризм. Устанавливает в стране, чтобы удержаться в власти, он в своей стране устанавливает цензуру, жестокий порядок, любых инакомыслящих истребляет. Во всех этих странах, которых ты перечислил, вот это все происходило. Власти истребляли собственный народ. В Югославии, например, сербская власть, Слободан Милошевич, он истреблял боснийский народ. Секунду, я очень извиняюсь, можно я его культурно обломаю раз и навсегда? Вот вы себя здесь называете мужчиной, да? Я уверена, что вы по национальности армянин, потому что обычно они заходят, баламутят воду. И я вам отвечу так.
вот тому, кто вы пишете, что я не вижу там таких-то эфиров. Во-первых, у вас забыли спросить, какие эфиры вести. Во-вторых, а не лучше ли вам собраться на джихад как мужчине, пойти и защищать, чем сидеть здесь в эфир девушки, писать, так соберитесь как мусульманин и пойдите как мужчина, как вы обязаны по исламу, собраться и уехать на джихад, защищать мусульман, рискуя своей жизнью. Поэтому я вас очень прошу, чем здесь пустословием заниматься, у меня вот тут в ТикТоке писать ненужные комментарии, я буду рада, если узнаю, что вы на пути Аллаха пошли на джихад. Хочу продолжить, Айла. Я вас уже очень давно смотрю, по-моему, раньше в Ютубе или в Инстаграме я натыкался на ваши видео. В ТикТоке я первый раз вас вижу. Вот я удачно, оказывается, присоединился вот таким людям, как Рустам. Я хочу ответить, что в Ливии народ жил шикарно, говорит. Рустам, я объездил более чем 20 стран, побывал во многих странах и разговаривал с беженцами разных стран и с ливийцами в том же числе. Хочу вам объяснить, в Ливии люди не жили шикарно. Там Муаммар Каддафи установил свою диктатуру, установил свою идеологию, которая называлась Джамахирия. И людей, которые не были согласны с этой Джамахирией, он тупо истреблял. После этого ливийские активисты, соответственно, обращались к ООН, Организации Объединенных Наций. В ООН были несколько резолюций касательно Ливии, почему Муаммар Каддафи истребляет свой собственный народ. Народ там жил очень бедно, хорошо жили только окружение Муаммара Каддафи. И вот эти пропаганда, которая говорит, что в Ливии был бензин бесплатный, хлеб, скажем, хорошая жизнь, бесплатная медицина, вот это все, это было только для окружения Муаммара Каддафи, не для простого народа. Простой народ там бедствовал, а активисты Ливии вот этот вопрос поднимали в ООН несколько раз. ООН принимал резолюции касательно Ливии. И чтобы вместо того, чтобы привести все это в порядок, успокоиться, Муаммар Каддафи, он наоборот всегда говорил натовским странам, США, ООН, говорил, не лезьте в мою страну, не трогайте нас, а то он угрожал, причем открыто угрожал, что он будет спонсировать террористов, что он будет делать всякие там террористические акты. Был момент, когда резолюции ООН не прекращались, Муаммар Каддафи сбил британский пассажирский самолет. Люди умерли. Тогда он сделал последнее предупреждение Ливии. Муаммар Каддафи и после этого не успокоился. Он сбил самолет, который летел с Аддис-Абебы в Мадрид. Еще раз сбил и сказал. И, собственно, сам же своими устами сказал, что он берет под свою ответственность, что именно он сбил мадридский самолет в знак протеста. После этого он дал зеленый свет ввести войска НАТО в Ливию. После этого в Ливии началась война. Так что лучше вы узнаете первопричину всего происходящего, прежде чем делать поспешные выводы. Касательно Саддама Хусейна тоже такое было. Саддам Хусейн истребил 250 тысяч своих граждан, объявил войну Кувейту. После того, как он вторгся в Кувейт, ввели войска НАТО, чтобы спасти Кувейт. А сейчас как живет Кувейт, как живет Ирак? Вы не верьте вот этой пропаганде, вы не верьте вот этой пропаганде, которая говорится в России. В России, например, любой диктаторский режим, он хвалит другой диктаторский режим. Это уже давно известно. Все диктаторы восхваляют друг друга и в своих преступлениях обвиняют Запад. Советский Союз все время в своих преступлениях обвинял Америку, несмотря на то, что Америка сколько раз Советскому Союзу выделял гуманитарные помощи. Даже Великая Отечественная сколько помощи было, да. Понимаете, да? Да, потом, люди любят, например, россияне любят обвинять другие народы там в национализме, нацизме и фашизме. Но прежде чем вы обвинять другие народы в фашизме, вы должны знать, что такое фашизм и какие признаки определяют фашизм. Сколько людей про это говорят, но никто не может обосновать, почему в Украине фашизм. Ни один человек еще мне не обосновал, который говорил, что в Украине фашизм, потому что вы не знаете признаков фашизма. Есть такой писатель... так у России все 10 признаков сейчас? Вы же знаете их все 10?
Здесь пишут комментарии, что война идет между Западом и Россией, Украина это так, типа. Ну, хорошо, давайте. Вот эта логика некоторых людей меня вообще смущает. То есть, когда Россия начала еще с Крыма оккупировать Украину, то есть, да, когда она начала вот эти, типа, спецоперации по Донбассу за эти 8 лет пропаганду, которую вела, почему-то мы нигде Запада не видели. И когда Россия решила вдруг нападать на Украину, мы Запада не видели, потому что Украину, в принципе, не связывали даже никакие взаимоотношения, она не была в составе НАТО. О чем вы обсуждаете, ребят? Хватит уже отмазываться, притягивать туда. Просто сегодня, да, все уже в открытую поддерживают, потому что нет других вариантов. Надо спасать, как бы, государство, которое сегодня ни за что страдает, из-за каких-то амбиций какого-то человека. Вот до чего просто дошли. Почему они так говорят? Это просто это начали говорить не они, они ведь сами не могут придумать, они начинают говорить после того, как что-то скажет их пропаганда. Вот на их пропагандистских этих каналах начали говорить, что они воюют с Америкой на территории Украины. Но дело в том, что это очень хорошо оправдывает то, что они говорили захватить Украину за 3 дня, а не получилось. Вот нужно оправдать, понимаете, что это же не Украина им противостоит, это Запад, это Америка. Вот они воюют с Америкой, они не проигрывают Украине, они проигрывают Америке. Крейсер «Москва» Украина потопила своими ракетами. Нигде на каналах не говорят. А что вы там пишете за Майдан, Рустам? Что пишете? А вы не знаете, как делают, подставляют и делают перевороты? Люди вдруг с ума сошли, понимаете? И вообще, какой переворот в какой бы стране не был бы, понимаете? Что бы там ни было, не вам решать. У них есть своя конституция, свои права. Свой президент, который должен с этим разбираться. Я уже видела... Вы уже и Сирии помогли, и Ливии помогли, и Афганистану помогли, и Абхазии помогли, и Дагестану с Чечней насильно жить заставили в составе, помогли, и Молдове помогли, и Карабаху помогли. Везде вы всем помогаете, а по ходу-то помощи все-таки конец, появляется оккупация или какие-то там нужные вам территории, там ресурсы и тому подобное. Мы уже это увидели. Так они нам тоже помогли, как они говорят. Они хотели это закончить еще на Майдане. Они больше 100 человек убили на Майдане, это же были их наемники, сюда прислали, сюда и оружие прислали на помощь Януковичу. И они убили больше 100 человек на Майдане. Они думали придушить. Ну вот украинцев не так легко придушить, как они думали. И у них не получилось на Майдане, да. И они пошли в Крым. Касательно Америки хочу сказать. Вот то, что говорит, типа Америка, вот это все, то, что Россия пропагандируется уже около 20 лет, знаете, это тоже один из признаков фашизма, иллюзия внешнего врага. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы когда в стране вот разруха, да, когда народ просыпается, надо обманывать народ, что в том, что вы плохо живете, виноваты не мы, а виновата Америка, которая постоянно нам мешает, постоянно нам что-то делать мешает, блокирует нам счета там, или там где-то газ не пропускают. Вот это иллюзия внешнего врага, что кто-то хочет их уничтожить. Это тоже один из признаков фашизма. Так, здравствуйте, к нам мужчина подключился. Здравствуйте. Алло, добрый вечер, Хаким. Всем привет. Добрый вечер. Я с Львова, я сам азербайджанец, я уже больше 30 лет живу в Украине, в самом Львове живу я. Угу. Я вашу передачу всегда посмотрю, я так поддерживаю вас. Спасибо за такую передачу, конечно. Но то, что это Рустам пишет, там, знаете, чушь, там, какой-то лабораторий, там, знаете, откуда ему такую информацию, кто ему дает такую информацию? То, что Москва говорит, что ли? Вот хотел бы узнать, но там еще, если тот, который выходит такими вот этим названием, у него там разные. Если они мужики действительно, пусть свои фотографии поставят. Пусть скажут, кто они такие вообще. Какой нации представляют они. Я гордо говорю, что я азербайджанец. Живу в Украине уже сколько лет. Но тут не надо, знаете, такие выбочки за слово, за мандаложку послушать. Я их можно назвать мандаложкой. Любой человек хочет иметь со мной дела, хочет со мной общаться, я могу наставить номер, свой координат, пускай со мной прямо разговаривает. Что там они, бляха, ерунду разговаривают, я не знаю. Але очень так, тяжело, как в Украине. Пожалуйста, я очень прошу, чтобы... Я извиняюсь, я понял.
Я извиняюсь, конечно, да, я не хочу матюкаться ничего, это не мое. Просто, знаете, я вам скажу, вот перед этим Юля как-то выступала, да, волонтерская она. Очень тяжело Украине, конечно, но Азербайджан не только поддерживает, Азербайджан просто за справедливость. Они, весь мир за справедливость, все, что они творят русские, как говорят москали, это ума непостижимо. Даже Гитлер, сейчас тысячи лет мы будем, Гитлер уже забудет историю. Сейчас только про Путина, про как расистов буду говорить, понимаете? Ну вот сейчас у вас 250, смотрю, почти зрителей есть. Ну вот очень тяжело Украине, в самом деле. Кстати, Айла, я хочу вам сказать, я работал... Много семей распали. Секундочку. Много семей распали. Вот, секундочку, пусть парень Джон... сейчас скажет. Вы слышите? Добрый день, хорошо. Да, парень, скажите. Я работал в международной компании, это английская компания, которая имеет филиал в Армении. Мне приходилось жить 2,5 года в Армении. В нашем коллективе были люди из Украины, их было много, из Белоруссии, из России, ну и самих армян тоже было. И с Казахстана было 12 человек, я один из них. Я с Казахстана, кстати, я уже не говорил про это. Пригород Алматы. Да-да. Так вот, конечно, когда ты работаешь в международной компании, где работают очень много представителей из разных стран, ты слышишь разные риторики, разные позиции. И вот самое печальное то, что, понимаете, риторика у людей формируется тем, что показывают по телевизору. К счастью, в Казахстане, например, люди очень мало смотрят телевизор. Я не знаю, кто сейчас смотрит телевизор практически. Но в России, я так понимаю, что в России таких людей больше. Да. И да. В этой связи, получается, у россиян вся их риторика опирается именно на их пропаганду. Но они не учитывают очень много таких факторов. Вот, допустим, да, сколько... сейчас же, знаете, есть такая деятельность, которая называется факт-чек. В интернете есть блогеры, которые проверяют любую риторику, которую сказали, например, российская власть или какая-нибудь другая власть, на правдивость. И таких факт-чек-каналах вы можете увидеть, насколько правдивы те самые информации, которые вам передают ваша власть. И те же видео, которые показывают НТВ, РЕН-ТВ, там, Россия-1, они показывают какое-то видео, говорят, показывают, что это, например, в Карабахе или в Украине, или где-то там. Вы в это верите. Но вы смотрите на факт-чек-каналы, которые вам показывают, что это на самом деле не так. Вам тот раз показали, что, например, в Мариуполе, в Харькове все хорошо. Вот смотрите, улицы Харькова, улицы Мариуполя, люди там гуляют хорошо, ну, люди там гуляют, все нормально. Солдаты стоят российские, дети подбегают, цветочки дарят, вот это все. Вам это показали, вы в это увидели, вы в это поверили. Вам сказали, это Харьков и Мариуполь. Но на самом деле... Если вы посмотрите эти факт-чек-каналы, они вам покажут, что эти самые улицы на самом деле это... Секундочку, Аристан, здравствуйте, вы откуда? Ассаламу алейкум, рахметуллах, баракатуху. Алейкум ассалам, алейкум. Я с братского для вас Казахстана, земляк Данияр, я на Данияра подписан. Аристан, оказывается, не Ставрополь, а Симферополь, правильно, я то, что... Симферополь это уже является территорией Крыма. То есть эти города показали, как Харьков и Мариуполь. На днях, Данияр, я сейчас хочу свою мысль закончить. Mm-hmm. На днях Путин сказал, что надо усилить борьбу именно в социальных сетях и в интернете. То есть Российская Федерация в лице правительства выделяет дополнительные денежные средства для того, чтобы усилить работу всех вот этих ботаферм, фейковых аккаунтов, фейковых вот этих людей, которые должны как бы еще больше усилить зомбирование и агитацию как бы, в пользу России. Я сам занимаюсь стримами, тоже провожу стримы. Начал я эту деятельность с 24 февраля. После того, как началась война в Украине, с тех пор я провожу стримы. И вот в последние
два дня я заметил, что появились новые такие, как сказать, методички и новые люди, которые занимаются именно как бы оправдыванием Путина, там типа что как бы он живет в Германии, там раньше жил там в Казахстане. Айдан, спасибо, Джон. Да, и начинает уже охаивать жизнь в этом в Германии. Типа, все подорожало, бензин два раза подорожал, это все из-за Украины, там, типа. Ну, в таком духе. Новые методички появились. Потом сегодня ко мне зашел на стрим один господин, он уже начал разыгрывать именно исламскую карту. То есть, типа, где вы раньше были, почему вы молчали, когда ваших братьев-мусульман убивали в Ливии, бомбили Ирак, Сирию, там, короче. Вот такие вот. Чисто на наши мусульманские вот эти болевые точки как бы давят. Вот американцы проклятые вот такие вот делали. Но я парировал его вот эти, как бы сказать, слова. Я говорю, а почему ты не упоминаешь Нагорный Карабах, когда в Хожалах российский, советский полк устроил геноцид. Убили там сколько? 600-700 человек, что ли, да, погибло? Женщины, дети. Да, а у нас не только... Да, говорите. Почему ты не упоминаешь Чечню, где погибло 300 тысяч мирных жителей, плюс из них 40 тысяч детей. Он сразу замолчал. То есть я его отбрил. И еще я сказал, ты не дави, говорю, на наши вот эти исламские болевые точки. Мы никогда нигде не молчали. Мы всегда были против любой войны. Просто тогда, когда были боевые действия в Чечне, в Азербайджане, в Ливии, в Сирии, у нас не я было... Я извиняюсь, я здесь армянин пишет, что Баку там и тому подобное. Ну, если вы знаете армянин, отвечаю вам, да, что вы говорите про Баку, да, типа город Баку, что означает. Если вы не знаете историю, вы должны знать, что на территориях нынешнего Азербайджана в свое время древняя есть история, в которой как бы был и арабский халифат, и как бы в основном тюркские династии, конечно, правили, поэтому даже в арабских сегодня книгах истории вы увидите, что Баку, название было и Баку, и Бакрух, и Баадыкюбе, и разные еще названия были. С тюркского языка это как неприкосновенный, вечный как бы переводится, и с турецкого, и с арабского языка тоже есть переводы. Если вы этого не знаете, пожалуйста, откройте, почитайте хотя бы немножко историю. Да? Это еще раз подчеркивает, кстати, древность азербайджанских территорий, потому что даже в арабских сегодня книгах упоминается, опять же говорю, название Баку, оно имело топонимы, имела как бы разновидность названий по истечению истории, имела вот Баадыкюбе, Баку. На сегодня символизируется наш город как город ветров, да, мы говорим всегда вот город огней, город ветров. В свое время Азербайджан, вы знаете, что на территориях Азербайджана не только как бы была исламская религия, так как история Азербайджана очень глубокая, древняя, поэтому как бы в Азербайджане в свое время еще было развито и христианство, дохристианство было развито, зороастризм, тенгрианство, тюркский бог такой был, тенгри, тенгрианство было развито. Это все символизирует историю Азербайджана. Кто посещает сегодня Азербайджан, он может посещать музеи, может видеть исторические сохраненные какие-то факты о Азербайджане. Поэтому, ребят, это вот как-то вот так. Извиняюсь, да, Рестам, просто там писали, я должна была подчеркнуть. А насчет Еревана, что он там пишет? Ну, Ереван тоже далеко не надо идти, пожалуйста, зайдите, посмотрите просто «Ереванское ханство». Не надо, пожалуйста, смешивать к нам при персов, как вы смешиваете, потому что у персов в основном были шахи, а у азербайджанцев были ханы. Поэтому Ереванское ханство – это тоже территория Азербайджана. Тот сегодня, что вы называете Ереван,
это наш Ереван, который к вам, кстати, перешел всего лишь недавно, в 1918 году, когда был вам передан наш Ереван, который вы сегодня Ереваном называете, 100 раз говорила. В 1921 году вам был передан Зяньязур, и после этого только вы как бы смогли такое государство создать на наших территориях исторических, азербайджанских. Так что не приплетайте к нам персы. Персы – это шахи, азербайджанцы – это ханы. И еще одно, что подчеркивает на сегодняшний день факт территории Азербайджана, заметьте, пожалуйста, азербайджанское население – около 40 миллионов живет как раз со своими территориями на территориях нынешнего Ирана. Но иранцы и персы не живут сегодня ни в каком количестве в таком, в Азербайджане, на каких-то территориях. Поэтому это еще раз подчеркивает то, что именно территории Азербайджана в свое время разделили царская Россия с той же, как вы говорите, Персией, и были оказаны как раз таки в той стороне с нашим населением в 40 миллионов азербайджанцев, иранских азербайджанцев, да, как говорят сегодня. Да, да. Так что, да, как-то вот. Алла, можно я сейчас ухожу? Я хочу вам сказать, я на ваш эфир еще раз зайду потом, ну, завтра, может быть, послезавтра. Вот. Спасибо, что вы освещаете вот эту тему. Я вас уже достаточно давно смотрю. В Ютубе, по-моему, есть у вас канал, если я не путаю ничего. Да, да, правильно, потому что, правильно, спасибо. Да. Мне очень приятно, что все-таки я с вами тет-а-тет прям так разговаривал, потому что давно вас смотрю. Ну, не прям ваш канал, а именно ваши видео выскальзывают в разных местах. Вот. Да, спасибо большое. Поддерживайте, смотрите. Спасибо вам большое. Желаю всего хорошего нашему братскому азербайджанскому народу. Я считаю, что Баку – это вообще жемчужина так Кавказ, скажем, да? Малой Азии. Да. Эта территория же вообще географически называется Малая Азия, вот жемчужина Малой Азии. Спасибо вам большое, ребята. Территория называется Кавказ. За Кавказ. Нет, Кавказ это... Ну, вообще называют как бы... Нашу территорию называют, в общем, сегодня жемчужина Кавказа, так говорят, да, то есть второй Дубай, как бы, да. Поэтому, ребят, будем процветать, будем, иншаллах, развиваться, как бы будем друг друга все поддерживать, нас очень много, нас 360 миллионов тюркского, как бы, народа, поэтому мы всегда друг другу подставим плечо и будем всегда вместе, иншаллах. Благодарю за то, что меня послушали. Очень благодарен, что меня послушали. Я все отлучаюсь, мне надо уходить. Вот. До свидания. Берегите себя. До свидания. Mm-hmm.